Если вы стали свидетелем уникального события или необычного природного явления, хотите поделиться случаем из жизни, давайте делать новости вместе. Ненецкая телерадиокомпания запускает новый проект «Народный корреспондент». Фото и видео, сделанные вами на месте событий, увидят зрители телеканала «Север». Семью Трифоновых можно смело назвать первыми народными корреспондентами. В ноябре прошлого года их видеоматериал помог справиться с нерадивыми строителями. Рядом с их домом на улице Заводской развернули сразу две строительные площадки. При вбивании свай в землю и без того ветхий дом рушился на глазах. Стены подпрыгивали, осыпались потолок и штукатурка. В шкафах гремела посуда. Уставшие от беспредела жители обращались в различные инстанции, но все безрезультатно. Просили как-то не делать это в выходные, что-то властей просили, приглашали депутатов как-то нам помочь, но все бездейственно. Решили сами снять видео, попросили телеканал «Север» нам помочь, чтобы они сняли репортаж. Однако, как только корреспондент и оператор с камерой появились на площадке, рабочие исчезли. По словам очевидцев, спрятались в балок. Сразу после отъезда съемочной группы стройка вновь ожила. Заработали бульдозеры и оборудование. Когда приехали корреспонденты, все строители убежали, то есть им ничего не получилось сделать, ни у кого интервью взять, просто какие-то мимолетные кадры и все, мое интервью. Потом все сами сняли с телефона и отправили в телекомпанию. Этот случай – отличный пример взаимодействия. Снимайте интересные факты на любой гаджет – мобильный телефон, фотоаппарат или видеокамеру – и спешите отправить видео нам. Не забывайте оставить свой комментарий, чтобы зрители смогли услышать ваш рассказ о событии. Мы ждем сенсацию из любой точки округа. Присылайте видео, текст на адрес электронной почты info@trksever.ru или сообщайте новость по телефону автоответчика 456-41. Надежда Литкова, Александр Дуркин, телеканал «Север».